Всем большой-большой привет! Спасибо, что зашли на мой канал. Я очень рада вас видеть. Сегодня я буду выкладывать единорога мозаикой XXL. И после этого я собираюсь украсить им свою комнату. Я расскажу вам подробно, сколько нам нужно бусинок и в каком порядке их выкладывать. Итак, нам нужно 29 белых, 10 лиловых, 5 желтых, 1 черную, 6 зеленых, 5 синих и 4 красных. Начинаю с левого края, выкладываю 2 черных, 2-м ряду будет с каждого края на 1 больше, всего 4. Теперь добавляю черную, как вы догадались, это будет глаз единорога, и вокруг нее, естественно, будут белые опять. Теперь мы переходим уже с головы на шею. И сейчас самая важная часть единорога – это, естественно, рог. Он будет вот здесь, над глазом. Вот, чтобы отделить рог от гривы, я добавила еще одну белую. Теперь начинается сама грива. И теперь точно так же, как и в случае с обычной термомозаикой, с маленькой, мы это накроем бумагой для выпечки, прогладим сверху горячим утюгом. Кстати, здесь нужно будет посильнее проглаживать, подольше, потому что этим бусинкам нужно больше времени, чтобы расплавиться. И все, и на этом будет готово. Если кому-то нравится, можно проглаживать с двух сторон, да, тогда он будет с двух сторон расплавленный. Но я предпочитаю проглаживать только с одной стороны. Вот единственное, что нужно учитывать, я выкладывала его
так что он смотрел влево, и теперь, если лицевая сторона у него не расплавлена, то он смотрит вправо. Мне это, в принципе, все равно, но если у вас какая-то фигура, где, например, два единорога смотрят друг на друга, то нужно было за этим соблюдать, что собирать в обратную сторону. И вы видели, я все-таки неудачно прогладила, и у меня одна бусинка отваливается. Я проглажу сейчас, выключу камеру, проглажу еще раз. Я надеюсь, что видео вам понравилось. Ставьте лайк, если это так. Оставляйте ваши комментарии и смотрите меня почаще. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока!